снежок у нас тает, потепление, и девочки мне выслали посылки. Посылочка. И, кстати, посылочки новогодние. Ждите распаковочку новогодних посылочек. А мы идем, и маму не видно, и никого не видно. Все, моя Кэти Черножка. Багира. Пошли. Мы идем, прям идем домой. Тут все сверкает и поет. Всем приветики, с вами Элина Гафф. И сегодня к нам пришла посылочка. Режем. Этот цветочек очень новогодненький. И, наверное, мне он очень понравится, потому что у меня уже новогоднее настроение. Просто у меня вот так бурлит, и я хочу уже скорее новый опыт. В общем, у нас уже новогоднее настроение и, конечно же, новогодний декор. Поэтому мы просто были обязаны себе это приобрести, так как у нас такого цветочка еще не было. Да, и тут написано «Не кантовать». Да, продавец. Сделала такую наклейку. Шкрафовская. А внутри у нас кокон. И оно приклеено к коробке. Да, как всегда. Это хорошо, чтобы посылочка не болталась. Аллилуйя, аллилуйя. Достала? Шкаф в сторону. Вообще-то там кот был. Ему полезно. И, кстати, под этим вот утеплителем мама свои горшки на балконе утеплила. Это очень хорошо, потому что на балконе холодно. Цветочкам холодно. Да, у нас балкон застекленный, но у нас не стоят стеклопакеты, у нас стоят, ну, у нас там хорошие окна, вот, но капризная хризантема, допустим, которые у меня есть сортовые, очень теплолюбивые, я горшки позакутывала, да, утеплителем. Смотреть. Мы будем смотреть. Да-да-да. Ух ты, ой, какая пышная. Сколько там цветов? Сейчас посчитаем. И еще такую розовенькую. А их розовеньких не бывает. Они только красные или такие зеленоватые? Плохо. Угу. Все розовенькое. Куда столько розовенькое? Распечатали мы красотку. Такая вот у нее шапочка цветов. Смотрите. Да, панцетия точно такая же, гляньте. Даже форма листа. И даже вот эти точиночки маленькие. Да, это у нас такое совпадение небольшое. Мы сегодня тянули две посылки. Открываем. Я уже профи по открыванию посылочек. Это точно. Это уже все в блесточках. Ничего страшного. Ну, это вам точно понравится, потому что я от этих покупочек без ума. Я давно их хотела, потому что... Не кидать ты. Потому что...
Я бы не дожила до весны, если бы я их не заказала. А так я спокойно смогу встречать Новый год. Шкаф! Это какой по счету шкаф? Не знаю. И лучше не знать. Никому. Написано. Не кидати, бо це моя Кітя Чорнушка. Ліна. Це моя Кітя Чорнушка. Розкажи Трушковському привіт. Тут у нас камбрі? Да. Тут у нас котлеї. Боже мой, ти знаєш такі слова? Сама сказала. Котлеї. Ну, котлеї. А, значить, утеплитель, і що я там вижу, газети или что? Может, там еще какой-то будет фейс такой. Девочка, молодец. Она даже по ссылкам делает ручки. Так удобно нести со скотча ручка на коробке. Не надо ни думать ни про пакетик. Очень удобно. Ну, тут у нас уже газетная фабрика открылась. Ничего, ничего, потому что на улице была... Красиво. А ты что, уже видишь? Да. О, там две. Да, 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 да. Там, короче, одна цветет, вторая цветает. По оценочке цветашка. Но я этот цвет очень давно хотела. Очень давно я за ней охотилась. И, наконец-то, она моя. Так, как бы так, с интригой. О, листья прикольные, куст хороший. Это секрет. Ой, ну вот это шикарное, вы себе не представляете. Ой, она малиновая, прикиньте. Как это малиновая? Ну, может, не малиновая. Малиновая. Красная, ну, она красная. Ой, это что за сороконожка? Вау, какие корни. Там шикарный куст должен быть. Куст офигенно да, большой. Да, тут очень много листиков. Там его, наверное, можно поделить. Ля-ля-ля-ля-ля. Давай. Ой. Аккуратненько. Так. Сейчас мы освободим нашу отцветашку. Люблю что-то. Значит, отцветает. Фу. Картошкой пахнет. Пахнет вяленым цветком. Не картошкой. Значит, цветочек очень крупный и душистый, ароматный. Смотрите на эту красоту. Боже, она невероятная. Значит, она бархатная, она красная, она... Пахнет розами. Пахнет розами. Боже, это... И реально, запах роз, это божественно. Боже, какая она красивая. Значит, она бархатная. Она красно-бордовая. Такие красные котлеи, это вообще большая редкость. Я их нигде не видела в продаже. Это первый раз я на них наткнулась. Совершенно случайно, скажем так. Вообще не планировала. Я планировала, вот я всегда охотилась за этой желтой. 24 карата называется сорт. Вот. Пример цветения я вставлю, потому что тут ничего не разобрать. Я ее купила по оценочке. Она отцвела. Вот эта красотка. Это просто... Пахнет розами. Это просто невероятно. А посмотрите на этот куст. Куст огромный. И там где-то поломался. Вот, поломался листик. Да, поломался листик. Боже, плотные, темно-зеленые листы. Огромный куст. Мне он даже чем-то напоминает кактус. Тут его поделить можно на раз, два. Тут можно, гляньте на эти корни. Я размножусь. Сороконожка. Ничего себе, она даже выскочила из горшка. Пересадить. Срочно. Ну, крутая вообще, крутая.
Я буду ждать, пока она отцветет, потом буду с ней делать всякие манипуляции. Потому что куст мощнейший. Очень, скажем так, мощный куст. Значит, размер цветка 10 сантиметров. Надо обязательно проверить! Крутая. Я не жалею, что я ее купила. Она стоила дорого, я хочу сказать. Почему? Потому что она сортовая, и это действительно диковинка. Как мерить? Вот так? Алина, как всегда, со своей линейкой. Ну да, 10 сантиметров. Боже, запах роз. Я вообще, я в восторге. Девчонки, боже, как я хотела котлей. Вот тут насыщенный, гляньте, какой кустяра. Вообще. Эта котлейка у нас понежнее будет. Листочки тут у нас такие вот. Салатовенькие, скажем так, вот. И тут у нас мох, все такое, в чем она там растет, в коре. А там какие вот эти мощные бульбы, гляньте. Вау. А посмотрите. Я, короче, бульбы. Новая моя любовь, это котлей. Наблюдатель. Да. Цветашка. Ля-ля-ля. Вот такие были покупочки. Я безумно рада. Вот, как всегда, я всегда рада новым цветочкам. Вот этот цветочек 27 на 25 сантиметров. Измерила? Понцетти очень красивая. Не знаю куда. Наверное, она у нас будет стоять на кухне. Все. Я практически все, что я хотела, я уже себе купила. Точно? Точно. Я еще хочу очень эксвестрис. Боже мой. Белый очень хочу. Ну, белый для разнообразия можно. Потому что я его очень хочу, и белого у нас вообще практически нету. Это такая диковинка, что я даже не знаю, короче, где его взять. Девчонки, если кто знает, где купить белый эквестрис, я буду безумно благодарна. Поэтому... Всех люблю. Всем спасибо за внимание, за просмотры. Пока-пока. Пока. До свидания. Вот так вот наша рождественская звезда приудобилась на кухне. И мы ей вот такой вот по цвету кашпо нашли. Такая красивенькая.